Первый в мире прозрачный магнитный генератор БТГ на 25 киловатт. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Unreal. И сегодня, друзья, будем смотреть первый в мире прозрачный магнитный генератор БТГ на 25 киловатт. В общем, это, ребята, фурор. Только что вышло новое видео на канале с этим генератором. И, в общем, я решил сразу не тянуть и записать для вас видео, потому что это, ребята, демонстрация этого генератора прозрачного. То есть тут в описании написано: встречайте кристалл. Первый в мире прозрачный магнитный двигатель. Вы понимаете, что это просто перевернет умы большинства? Представьте себе, что многие из людей думают, что вот это все фейки, да, потому что, ну, действительно, когда в барабан закрыт, то можно подумать, что там действительно есть аккумуляторы. И это на самом деле правильная логика, потому что любой думающий человек, он подумал бы именно так. Но то, что вы увидите сейчас, вас просто повергнет в шок, ребята. Обязательно делитесь этим видео, это очень важно, потому что нужно как можно больше, чтобы народу узнало. И как только вот пройдет некоторое время, они обещают, что будет трансляция 24/7, то есть можно будет зайти, посмотреть, этот генератор будет в подвешенном состоянии висеть, и только будет счетчик показывать, сколько он производит энергии, как я дословно понял. Когда я вижу этот магнитный мотор, ребята, мне прям на самом деле понимаю, что вот эти все технологии, они все ближе и ближе, и скрывать их просто будет невозможно. Если вот такая демонстрация действительно будет... И знаете, в чем самый прикол? Для тех, кто напишет опять, что это лохотрон американцев и так далее. На самом деле, ребята, возможно, у них вот эти все магнитные генераторы, запрещенные БТГ-генераторы, они давно работают. Просто сейчас это уже стало настолько мейнстримно, да, то есть уже нет смысла скрывать, скажем так, да, и это все стало всплывать, скажем так, со дна. В общем, что я хотел донести, ребята, то, что этот генератор, он не продается. Вы понимаете, то, что вы не можете сказать, что это лохотрон, потому что вам не продадут его. Вы понимаете, в чем прикол? То есть, как они грамотно берут этим? То есть, если ты житель США, то ты его можешь взять в аренду. Ты не имеешь права вскрывать, потому что иначе ты пойдешь в суд и выплатишь очень много денежек. И никогда не сможешь пользоваться этим генератором. То есть, вы понимаете, да? То есть, вам никто его не продаст. Вы просто забудьте об этом. То есть тут нет такого, что, ой, там, например, продают генераторы, лохотрон, развод, соберут бабла с лохотронщиков и типа смоется с этим. Вы понимаете, да? То есть вы берете, заказываете его, то есть вам приезжают, привозят контейнер с этим генератором, сколько вам там нужно мощности, и вы, по сути, просто как генератор в аренду берете. Это же офигенно. То есть никто даже упрекнуть не может, что это не работает. Потому что нерабочую вещь вы не будете брать в аренду, а продавать вам ее никто не будет. В общем, в чем смысл, друзья? Поскольку генератор прозрачный и просто к нему будет вот рядом висеть счетчик, да, то логично, генератор, если будет работать, то ему неоткуда черпать энергию. То есть, если никаких проводов не подходит, и он полностью прозрачен. То есть, это разрушает все как раз-таки мифы, то, что спрятаны батарейки в каком-нибудь ящичке, вы понимаете? То есть, ящик прозрачный, барабан прозрачный и пару проводков, все. Здесь больше ничего нету, ребята, вот посмотрите это видео еще раз внимательно. То есть, тут просто, смотрите, взят генератор вот этот, да, то есть из оргстекла нарезаны вот такие вот запчасти, где держатся магниты и еще какие-то там штуки, да, например, разъединитель магнитных потоков, образно говоря, да, как я, например, себе это представляю.
и, например, работает какая-то система, которая прячется. Но если это будет 24 на 7 показываться, то логично, что если даже там были бы батарейки, то они сели. В общем, ладно, смотрим видео, друзья, и наслаждаемся. И не забывайте, ребята, обязательно репостить, потому что это очень важно. If you look at the wattage, it's increasing on average. This is the first truly transparent multi-wire. And then you can see this, it's at 25 volts currently. And then this meter is going to be used for output, which is coming. This is an RPM, which we are not measuring on there yet. And this AccuEnergy meter is showing you volts. You can see over here. Yeah. So you see the volts, and then you see the watts. Now it's moving so fast, it's barely taking. Right. And at some point, just like in a car, I can, В общем, ребята, вот такое видео. Ждем с нетерпением трансляцию. Ссылку на видео обязательно оставлю в описании. Пишите свои идеи, как это может работать. Возможно, у кого-то есть что-то подобное или знает какие-то подобные разработки, то обязательно пишите в комментарии, скидывайте видео мне на Facebook или в комментариях. Все, увидимся, пока-пока.